упражнение «Жим ногами в платформе». Мы выполним широкой постановки ног, выставляем носки в стороны по краям платформы. Делаем акцент на то, чтобы при сгибании бедра в коленном суставе и тазобедренном у нас выставлялся прямой угол между голенью и задним бедром. Мы выполняем плавное отпускание, следим за тем, чтобы колени были разведены в стороны. Плавное отпускание и чувствуем натяжение мышц заднего бедра и ягодиц. Важный момент – не допускать подворачивания таза вперед для того, чтобы не травмировать крестец. Выпрямление ног мы выполняем не рывком, а за счет мышц. При этом делаем выдох и не разгибаем полностью ноги в коленном суставе, чтобы нагрузка была постоянной. Достаточно. Да, окей. Упражнение «Жим ногами с платформой с узкой постановкой ног». Ноги выставляем таким образом, чтобы стопы находились четко параллельно. Расстояние между ступнями – еще одна ступня. Колени у нас также параллельны, и мы следим за этим положением колен. Мы выполняем отпускание за счет сгибания ног в суставах и выпрямление ног, но не выключаем коленный сустав, не выпрямляем ноги полностью. Плавно отпускаем, делаем вдох, выпрямляем ноги, делаем выдох. Следим за тем, чтобы таз у нас не подворачивался вперед. Основной акцент делаем мы упор на пятки. Выдох при выпрямлении. Плавно отпускаем, растягиваем мышцы, выпрямляем, давим пяткой и выдох. Достаточно.